Выдача архивных справок, выписок и прочих документов в сфере архивного дела – наиболее массовая и социально значимая услуга в Московской области. Только в прошлом году ею воспользовалось порядка 4500 человек. Если раньше за услугой гражданам приходилось идти в многофункциональный центр, то сегодня документ можно получить, не выходя из дома, что значительно экономит время. Достаточно быть зарегистрированным на портале госуслуг. Войти, заполнить форму, которая там существует, и приложить копии документов, которые необходимы для получения услуги. Дальше заявление будет обработано, заявителю будет сообщено, когда, где и как он может получить эту услугу. По срокам в МФЦ человеку, когда приходит, ему озвучивают стандартный срок предоставления услуги. Мы, как правило, делаем это намного быстрее. В основном люди обращаются за предоставлением справок на имущество для оформления недвижимости и земли, бумаг, подтверждающих трудовой стаж и зарплату, а также документов генеалогического характера. Но есть один нюанс. Не всегда в электронном виде граждане могут верно сформулировать суть запроса, поэтому сотрудникам архива приходится прикладывать дополнительные усилия. У нас получается иногда и больше времени для подготовки справки, потому что иногда в письменном виде вопросы задаются не так, как в устном. И поэтому нам приходится обзванивать, если нам непонятно, какие-то вопросы, которые прозвучали в их заявлении. Конечно, человеку, который не дружит с интернетом, такая функция может и не подойти, ведь здесь необходимо самостоятельно зарегистрироваться на портале госуслуг и вникнуть в правила подачи заявки. Но и других способов обратиться в архив достаточно. Все тот же МФЦ, запросы по электронной и живой почте. Те же, кто со всемирной сетью на «ты», смело могут зайти на сайт госуслуги.мосрег.ру и пользоваться всеми необходимыми функциями по предоставлению муниципальных услуг. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.